устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. Сенатор от УВЫ Людмила Нарусова встретилась с министром энергетики России. Главной темой разговора стали вопросы энергоснабжения Тувы. В числе наиболее актуальных задач рассматривались планы компании «Россети» по модернизации объектов распределительного комплекса. Александр Новак сообщил сенатору, что министерство совместно с властями республики прорабатывает вопрос о строительстве сетей более высокого уровня напряжения. Это связано с ростом энергопотребления в Туве, появлением новых объектов, в частности военного городка, президентского кадетского училища, а также с расширением фонда многоэтажного жилья. Сенатор подняла также проблему высоких тарифов на электроэнергию для конечных потребителей. Новак также заверил сенатора, что Минэнерго страны поддерживает начатые республикой проекты по строительству новых котельных в городах Шагонар и Акдавырак взамен старых ТЭЦ, которые находятся в аварийном состоянии, требуют огромных затрат на содержание, а следовательно и обходятся потребителям слишком дорого. По достигнутой ранее договоренности с главой ТВ ведомства изыскивает возможность содействия в республике в завершении строительства важных объектов коммунальной инфраструктуры. В мэрии Кызыла прошло совещание по вопросам пассажироперевозок, в частности, по подвозу детей школьными автобусами. В столице пассажирские перевозки осуществляют около 300 транспортных средств и 11 школьных автобусов для перевозок учеников города. На сегодняшний день острая проблема в основном существует по подвозу жителей, в том числе детей-школьников левобережных и правобережных дачных обществ, а также поселка Кахе. По информации Департамента городского хозяйства столичной мэрии, в целом на ЛДО функционирует 12 автобусов, на правый берег около 38 и 3 автобуса на Вавилинский затон. Руководство мэрии в ходе совещания пришли к единому мнению, что необходимо снять 17-й маршрут с линии для того, чтобы данные 4 автобуса марки ПАС осуществляли пассажирские перевозки на территории города Кызыла, именно в левобережных и правобережных дачных обществах. Далее принято решение об изменении конечных остановочных пунктов маршрутов номер 13 и 6 для удобства горожан. Конечная остановка 13-го маршрута продлится до дома ветеранов, а 6-й маршрут начнет пассажирские перевозки со Своротка. Обеспечение общественным транспортом населения поселка Кахем Кызылского района – это задача в первую очередь администрации района и Миндортранса Тувы, подчеркнули участники заседания. Агентство по делам семьи и детей Тувы представило главе республики данные о реализации губернаторского проекта «Социальный уголь». По их информации, в Акдавыраке на начало последней недели сентября уголь не получила ни одна семья. А в Кызыле из 140 домохозяйств, которым положена льгота, топливо доставлено только 57. В целом же по республике среди 1011 семей, включенных в перечень льготников, уголь завезен около 800 семей. Глава региона не принял оправдания о том, что опоздание городов связано с тем, что они впервые принимают участие в проекте «Социальный уголь». За счет бюджета самым нуждающимся категориям населения, многодетным семьям, доставляется бесплатный уголь. Напомним, по региональному закону такими в Туве считаются семьи с 5 и более детьми. С 2016 года республика стала обеспечивать бесплатным углем более 800 таких семей в сельских районах. Каждой на зиму полагается по 2 тонны угля и небольшая компенсация за потребленную электроэнергию. Там, где дешевле заготавливать дрова, уголь заменили ими. С текущего года в перечень льготников добавили и жители городов, которые живут в домах с печным отоплением. Поэтому сегодня число семей, получающих бесплатный уголь, выросло с 700 до 1011. Это в общей сложности более 5000 детей до 18 лет. Еще 41 семья получает дрова. И о курсах валют. Доллар стоит 65 рублей 76 копеек, евро 77 рублей 38 копеек. Георгий Дронов, Андрей Кайков, Галина Данилова и Эдуард Радзюкевич в комедии «Любовный пасьянс» 16 октября в Национальном театре. Нет машины? Шубы нет? Вот вам маленький секрет. В Белке шубу покупай и Volkswagen получай. Много шуб в рассрочку. С 28 сентября по 2 октября. ТЦ ЦУМ. Травы Тувы сохранили рецепт пантового бальзама «Бойдус». Мы улучшили вкусовые качества путем добавления ягод и ароматных трав, сохранив при этом все полезные качества, которые дарует нам природа. Консервантами являются сахарозаменители сахар. С бальзамом «Бойдус» всегда красота, положительная энергия и сопротивляемость к невзгодам. Продукт пастеризован. Магазин «Травы Тувы». Чульдум 44. Овавиол. Минэнерго
Минобразования Тувы представил главе республики отчет о ходе реализации губернаторского проекта «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием». По данным ведомства, в текущем году из 310 выпускников школ, которые прошли предусмотренный проектом специальный курс подготовки к сдаче ЕГЭ и вступительным экзаменам, 125 благополучно поступили в вузы России. Еще 148 человек, окончивших школу в этом году, стали студентами профтехучилищ и колледжей. В прошлом году, напомним, участников губернаторского проекта было всего 28, и курсы до вузовской подготовки помогли поступить в институты 15 из них. В этом же году, кроме увеличения числа вовлеченных в губернаторский проект юношей и девушек, Миноборнауки региона отметил также значительный рост доли успешных участников из сельских районов. Так, 100% поступление участников проекта вузы и учебное заведение системы среднего профобразования наблюдается в Атагинском, Барунхемчикском, Дзунхемчикском, Кахемском, Мангунтагинском, Суткольском, Чахольском, Авюрском, Эрзинском и Терехольском районах. Сегодня отмечают Всемирный день туризма. Миллионы людей ежедневно совершают заграничные поездки и кратковременные походы, отправляются на различные экскурсии или самостоятельно осматривают достопримечательности. Подобное тотальное увлечение новыми впечатлениями не могло не отразиться в календаре. В Туве в честь этой даты пройдут ряд мероприятий. Меня зовут Надежда Козлда. Я из удивительного и загадочного края Республика Тува. Я работаю в сфере туризма с 2013 года. Сначала я начала работать менеджером по туризму, а с 2014 года стала сопровождать группы в качестве гида-экскурсовода. За время работы я написала более чем 20 индивидуальных туров по Республике Тува. Моим вкладом в развитие индустрии туризма является открытие новых туристических маршрутов и объектов показа. В 2016 году я приняла участие в проекте Open Tuva и собрала множество фото-видеоматериалов, которые были опубликованы в Википедии и других интернет-ресурсах. С самого детства я путешествовала по республике со своими родителями, с бабушкой, с дедушкой. У нас у тувинцев уже много родственников получается. Пока ездишь к одному родственнику, к другому, я вот с самого детства, наверное, начиная с 2-3 лет, начала с ними ездить. И уже, наверное, до окончания школы объездила почти всю нашу республику. И любовь вот именно к природе, к палаткам еще с детства у меня сложилась. В большей степени, да, я действительно люблю природу, именно непосредственно отдых на природе, на берегу реки, озера, чтобы была тайга, горы, спокойствие, чтобы можно было немножко порелаксировать, подумать. Единственное место, которое в Туве я не добралась, это Терехольский кажун, Кунгурту, Парбажим именно хочу съездить. Но думаю, в ближайшее время, в течение ближайшего года, до следующего года, до турсезона, я уже обязательно съезжу, у нас уже есть планы. А с моей коллегой Надеждой Козлда мы проработали всего лишь 4 месяца, но за это время мы успели очень сильно подружиться, и я могу сказать о том, что она действительно настоящий профессионал своего дела. Она очень профессионально подходит к оформлению туров, экскурсий. Очень благодарен Наде за то, что она мне рассказала очень много интересных вещей о поездках по Туве. Она мне дала огромную информацию по тому, куда все-таки съездить, а как удовлетворить потребности туристов в том или ином виде отдыха. И опыт был практически колоссальный по Туве, по отдыху, и даже не только по Туве, но и по отдыху за Саянами, по России, по международному туризму. Очень сильно за 5 лет, по крайней мере, мы существуем, наше агентство работает уже на протяжении 5,5 лет, мы заметили динамику развития туризма в республике. Если мы в 2013 году, когда начинали, очень было сложно договориться с кем-нибудь по приему туристов, допустим, в тех же районах, по транспортным услугам, то сейчас эти вопросы стали намного проще решаться. Уже в районах даже многие чабанские стоянки, куда можно было бы свозить туристов, стали более активными и готовы принимать туристов. Помимо туризма, ну, у меня, наверное, почти все связано с туризмом. Я еще руковожу молодежным клубом Русского географического общества. Основной задачей, которая является популяризация географии и истории России и Тувы, в частности, среди молодежи. И вот в связи с этой деятельностью, опять-таки, наши задачи такие, что объездить повторно всю республику с нашей командой, показать различные видеофильмы, которые были сняты Русским географическим обществом для нашего населения, которые расширяют географию нашей страны. Вы
этом году сразу 5 служб и подразделений Министерства внутренних дел отмечают 100-летний юбилей со дня своего образования. Вековые даты празднуют Управление по работе с личным составом, уголовного розыска, штаб, дежурная часть, информационный центр ведомства. В честь этих знаменательных дат в региональном МВД прошла спартакиада. Подразделения юбиляры выставили на соревнования своей команды, включив в нее молодых действующих сотрудников и опытных ветеранов. Все участники должны были продемонстрировать профессиональную подготовку и умение работать в команде. На разных площадках одновременно проходили несколько спортивных мероприятий. Ветераны ОВД и сотрудники соревновались по сборке, разборке пистолета Макарова, в меткости, в стрельбе из пневматического оружия, а также в состязании на логику, памяти и стратегическое мышление в игре в шахматы. Игра в шахматы стала не менее зрелищной. Игроки отмечали ее схожесть с жизнью. Необходимо было решать одновременно много задач на разных фронтах, развиваться, рационально расходовать время, также стараясь при этом предугадать возможные ходы соперника. Московский театр «Мюзик-холл» продолжает радовать своих зрителей очередными премьерами и открывает новый гастрольный сезон комедии «Любовный пасьянс», которая будет показана в Кызыле 16 октября в 19 часов на сцене Национального театра. Немаловажно и то, что организаторы привозят реквизит, декорации, костюмы, и поклонники драматического искусства смогут увидеть спектакль именно в том виде, в каком он идет в Москве. Отметим, что в основу спектакля легла пьеса современного драматурга Василия Захарова «Чужих мужей не бывает». Там папа и первая жена. Какая из них? Я в них уже запутался. Комедия положений с ирландским акцентом, так определяет жанр спектакля молодой режиссер Сергей Ефремов. Эта комедия сделает вечер незабываемым и подарит зрителям массу положительных эмоций и душевное вдохновение. Этой осенью меховая компания «Белка» в который раз радует наших прекрасных дам изысканными шубками. Если раньше модельеры украшали шубы стразами и каменьями, то сейчас в моду входит поперечный крой. Полоски меха могут быть как широкими, так и узкими. Тонкими меховыми полосками модельеры искусно прорисовывают узоры на спинке или рукавах изделий. Одна из модных фишек – крой «Елочка». Серые, бежевые, голубые и глубокие синие оттенки потеснили темно-коричневую классику. Основная тенденция будущего сезона, за которую борются производители – это доступность шубок для всех женщин. Отсюда снижение цен на изделия из отечественного меха, а также лояльная расчетная политика. Для наших покупателей существует рассрочка до 2 лет на выгодных условиях, без переплаты первого взноса, а также наличный и безналичный расчет. Выставка продажи вятские меха российской фабрики «Белка» снова в Кызыле. Большой выбор норковых, мутоновых, каракулевых шуб. Для тех, кому не терпится приобрести обновку, выгодные условия рассрочки. Кроме того, все покупатели становятся участниками розыгрыша автомобиля Volkswagen Polo, который состоится 12 января 2019 года. Выставка работает с 27 сентября по 2 октября в торговом центре ЦУМ по улице Тувинских добровольцев, 22. Время узнать о том, кто сегодня получил 10 литров бесплатного бензина от радио «Голос Азии». Первое республиканское ФМ-радио уже второй год подряд проводит акцию «Заправляйся на радио». И на этот раз партнер программы АЗС «Сибпродукт». Неудивительно, что кызылчане, уже знающие об этой акции, участвуют в ней снова. Заправляйся на радио «Голос Азии». Ура! Поздравляем! Вы выиграли приз 10 литров от всей души. Тем временем ведущие радио «Голос Азии» продолжили раздавать своим слушателям подарки, но на этот раз в радиоквесте «Замес майонез». Каждый день в черте города они прячут подарки, а слушатели пытаются их отыскать с помощью загадки. Сегодня она была несложной. Кстати, победитель квеста не сразу поверил в то, что он настоящий, но, получив реальные подарки, смог в этом убедиться. «Замес майонез». Спонсор прогноза погоды КПК СССР. КПК СССР – это гарантия экономической стабильности и надежный источник дохода для своих пайщиков. Наша цель – приумножить вашу прибыль и выручить в сложной жизненной ситуации. В
Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было. По республике ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах сильные дожди, мокрый снег. В Кызыле облачная погода с прояснениями, дожди. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 14, плюс 16. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было. В новом номере еженедельника «Тува ТВ-Инфо» читайте, кто имеет право на бесплатную землю по строительству дома. Верховный хорал Тувы принял новые законы. Чем порадует казальчан Тувинская государственная филармония имени Халилова? Банк Тувы завозил товары из СССР и занимался торговлей, когда это было. Приходите в театр, к нам приехал Московский театр и мюзик-холл. Заплати налог и спи спокойно, немного о финансовой грамотности. Вандализм в городе ломать не строить. А также тибетский календарь, погода сканворд, гороскоп анекдоты, результат розыгрышей лотереи, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ-Инфо.